Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня буду собирать мегафлешку вот в такой корпус, 3,5 винчестер. Для этого у нас есть терабайтный Seagate. На базе его и будем собирать. Итак, выбрал USB 3.0. Посмотрим, тоже протестируем. Теперь давайте потихонечку смотреть, что внутри. Непосредственно корпус. Так, замок на открытие, наверное. Да. На салазках. Реальная столистость, это очень модно. Ну, ставим так. Так, включение выключение 12 вольт адаптер USB 3.0, индикация. Так, ну, кабель USB 3.0. Питание 12 вольт. Хорошо, что все есть в комплекте. Тут под винчестер видно крепление. Два шурупа. И подставочка. Ну ладно, с подставочкой разберемся. О, и отверточка. Редкий случай, но есть. Также драйвера, ну, руководство на русском языке. Отлично, закрепили. Здесь есть отверстие, как я понимаю, снизу еще два крепления. Вот так, вот оно захлопнулось, и вот что мы получаем. Так, ну что, давайте тестировать. Сейчас будем подключать. Постараюсь до сюда достать.
что, спускаем. Так, ну сейчас поставим драйвера или сами встанут, посмотрим и протестируем его. Так, драйвера сами встали. Давайте смотреть тест по скорости. Я также сделаю отдельно, выложу вторичный тест на скорость через Crystal Disk. Первый будет это через USB, а второй уже будет непосредственно SATA, то есть на прямом подключении, тоже через Crystal Disk. Так что смотрите, если интерфейсный провал.
Итак, постскриптум. Что мы имеем? Значит, по тестам по скорости, в общем, что через USB, что через SATA, скорость одинаковая. Это значит, потенциал полный, нигде по мостам ничего ограничений не было, все сделано добротно. Без драйверов, установки драйверов, то есть все автономно ставится, работает что под Windows, что под Linux, что под Mac. Цепляется сразу, без всяких проблем. Ну что, тест закончен. Я думаю, очень хороший девайс за свои деньги. Так что все, всем пока, всем спасибо.